Казалось бы, зачем мы здесь собрались, если у каждой хозяйки точно уже давно есть в арсенале свой фирменный рецепт куличей. Но, как правило, они все очень долгие, пока замесишь тесто, пока подождешь, что дрожжи поднимутся. Поэтому, друзья, мы приготовили для вас три абсолютно максимально простых рецепта куличей. Без дрожжей, без возни и без заморочек. И без побочек. Поехали! Итак, рецепт номер один. Нам потребуется небольшая подсказка на салфетке. 4 яйца, 250 граммов сахара, 1 чайная ложка соли, творог 5%, 100 граммов мягкого сливочного масла, 100 граммов сметаны комнатной температуры, это важно, масло растительное. Ну, а дальше уже расскажем. Для моего рецепта без возни, это так называемые куличи-кексы, потребуются яйца, мука, сливочное масло, лимон, сахар и разрыхлитель. Все просто. Мой рецепт действительно без заморочек, потому что в него входит всего 8 ингредиентов. Это яйца, мука, сахар, разрыхлитель, цедра апельсина, изюм и сахар. Мне понадобится смешать 3 яйца с сахаром и ванильным сахаром. И, кстати, сразу расскажу вам лайфхак. Чтобы тесто получилось пышным и вкусным, нужно все ингредиенты, чтобы были комнатной температуры. Поэтому я подготовилась заранее и с вечера достала их всех из холодильника. Мой рецепт получается очень похоже. 4 яйца плюс 355 граммов сахара. Все сбивается. Я яйца пока не добавляю, потому что мне необходимо взбить сахар вместе с теплым маслом. Правда, я, как Женя, заранее не подготовилась, поэтому отправлю его в микроволновую печь. Итак, 4 яйца, 250 граммов сахара и пошумим. Меня на этой кухне больше всех ущемляли, поэтому я, как самая хитрая, переложила всю работу на планетарный миксер. Кто тебя ущемлял? Муку мы в тесто вводим постепенно, потому что ему может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Ну и рука устает. Так получилось, что творог я бросила крупнозернистый, и он очень плохо даже в миксере размешивается, поэтому советую все-таки вам сначала его как-то растолочь вилочкой и потом уже перемешивать в миксере. Я когда читала у всех рецепты, все любят, что когда типа они очень со вкусом апельсина, лимона. Ну, да, вот, кстати, у меня тоже будет апельсинчик. Юля, хватит есть! Я решила немного отойти от рецепта и добавить в свой кулич немного шоколада. Это в кулич! Я добавила цукаты в качестве начинки. Женя, ты? У меня изюм, шоколад и цедра апельсина. А у меня любовь. Я не люблю сухофрукты. У нас тоже любовь! Везде любовь. Нам пришлось формочки намазать сливочным маслом, потому что растительное мы забыли купить. Минут и наши куличи готовы. Быстро, просто и надеемся, что вкусно. Мы готовили их при 180 градусах. И что мы можем заметить? Лучше всех поднялись куличи Юлины, те, в составе которых есть творог. На втором месте по объему Женины куличи. И, конечно, мои куличики-кексики получились самыми маленькими, но, надеюсь, на их вкусовые свойства это никак не повлияло. Куличей такого размера вы точно не видели, поэтому какая-никакая инновация у нас сегодня точно есть. Самое главное вообще в куличах – это их внутренний мир, поэтому мы подготовили для вас разрез, чтобы вы могли его оценить. А их вкусовые качества оценит наш оператор Богдан, который сопровождает сегодня весь этот процесс. Богдан, ты готов? Будем оценивать по пятибалльной шкале. Попробуем первый из них. Ну, довольно мягкий, но очень сладкий. Я бы поставил четверку. А я уже наелся. Надо с лимоном. Четверочка. Еще возьмем. Все, разваливается. Так, и последний. Здесь тоже четверка. Победила дружба.